Прием граждан по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности провели прокурор Северной Осетии Александр Морозов совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Тимуром Медоевым. Основные вопросы, волнующие граждан, завышение тарифов по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществление контрольно-надзорной деятельности, в том числе в период пандемии. По итогам приема представителям бизнес-сообщества оказана правовая помощь, разъяснены требования действующего законодательства. По поступившим жалобам организованы проверки. Результаты их проведения взяты на личный контроль прокурором республики.